Я очень много гастролирую по всему миру. Где бы я ни был, Россию знают по нашим произведениям, будь то музыкальным или литературным шедевром. Я думаю, что нет такой точки на Земле, где бы не знали наших легендарных деятелей культуры. Их труды изучают в школах, университетах, консерваториях и за пределами страны. Наша культура и наш язык – это то, что делает нас сильными и уникальными. Это то, что нас объединяет. Долг государства – обеспечить развитие нашей культуры. А поправки в Конституцию смогут обеспечить бережную охрану и защиту нашего уникального культурного кода.